Значит, дело было так. Когда бабулечке дали пенсию в собесе, пошла она в соседнюю деревню, в большие говнища, в магазин водки купить. Шла бабулечка по лесу 8 километров. И, наконец, пришла. Приходит, значит, бабулечка к сельпо и говорит: «Здорово, говорит Маня. Видала ли ты вчера, как по телевизору мальчика распяли? Я, говорит, через то спокойно спать не могу, а потому дай-ка ты мне, Маня, ряды бутылок водки». А Маня ей и отвечает: «Здорово, Иванна, куда тебе столько-то водки?» А та ей в ответ: «Как удыть? Мне, деду, сынули, невестке, дяде Сереже и внучку Аляшеньке». «Тогда, Иванна, на тебе 30 бутылок водки. Только как же ты их до дому донесешь? 8 километров по лесу. Вот и я, Мань, думаю, а не выпить ли мне парочку?» Выпила бабулечка пару водки и говорит: «Покидова, Маня, и тебе не хворать». И пошла бабулечка домой, 8 километров по лесу. Шла, и так и не пришла. Волки съели, а водку ту грибники выпили. Такая вот история.